вам понять, имитация возвыше, что я имитирую возвышенный уровень, чтобы избежать сахаджи. Mother just questioned how to avoid sahaji and understand whether that, like, for example, if I imitate higher level. To find out what level you're on. То есть нужно просто понять, на каком же уровне вы находитесь на самом деле в данный момент. Well, first of all, we should ask, do I identify myself with what? То есть вы можете задать себе вопрос, с кем я себя сейчас отождествляю. Do I sometimes think I'm this body? Иногда мы думаем, что о, я это тело. Do I become misdirected by my senses? И иногда, например, может быть, мои чувства увели меня куда-то в сторону. Do I sometimes eat too much? Может быть, я кушаю слишком много. Do I eat too little? Или слишком мало. Do I sleep too much? Или я сплю слишком много. Do I sleep too little? Или слишком мало. Am I agitated sometimes? Или я испытываю чувства. So, the answer to any of these things. Yes, sorry, Maharaj, I forgot the word. Agitated. Если вы используете, например, ощущение чувства беспокойства. So, the answer to these questions is yes. То есть, если вы на эти вопросы отвечаете да. We're not very advanced devotees. То есть, not intense. We're not advanced devotees. Это значит, что вы не очень продвинутые. So we should follow the process of sadhana bhakti. То есть вы не очень, значит, следуете процессу sadhana bhakti. And if the answer is yes, то есть если вопрос да, or ответ да, I try to act as if I'm a great Mahabhagavata devotee. Если я, например, пытаюсь вести себя как великий преданный Махабхагават, Then I'm acting as a prakriti sahaja. Тогда очевидно, что я действую как пракрита сахаджа. I don't understand things properly. То есть я не имею надлежащего понимания. And therefore I'm imitating devotees on a higher level. И пытаюсь имитировать преданных на другом преданных другого уровня. Just like a woman. Как, например, женщина, who's not pregnant, которая не беременна, if she makes the sounds as if she's giving birth to a child, если она, например, делает такие звуки, как будто она рожает, that that child will come. То это не значит, что действительно ребенок родится. She actually has to become pregnant, and then a child will come. То есть, потому что для того, чтобы родить ребенка, сначала нужно забеременеть. Otherwise, it's just imitation. Потому что в противном случае это просто имитация.